Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели акцию «Засветись». Дорожные полицейские напомнили пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах и о том, что световозвращающие элементы помогут им быть более заметными для водителей в темное время суток. С детьми и взрослыми провели профилактическую беседу. Всем участникам акции подарили специальные световозвращающие брелоки и браслеты, а также тематические листовки.